слушал разведсводки. Они говорят, что весь этот чудо выстрелил десятку. Брат, сзади! Вот же черт! Престон, стреляй! Стреляй! Слава яйцам, пушки! Только без патронов почти. И у меня. Чтоб их. Лежим. Еще идут. Я обслужил разведсмотр. Вижу пехоту. Открыть огонь. Расположение приборов в кабине. Да, все ништяк. Не парьтесь. Ну че, кто здесь умеет водить самолет? Ладно. Мост еще предстоит перейти. Пошли. Так, достали играть в прятки. Готово. Пошли. Они за дверью. Мы врываемся, а ты на подхвате. Как пойдет дым, мочи их. Пошли, пошли! Подожми, мать их, тут негде спрятаться. Выматываемся! Вот она, кабина! Наконец-то! Подметается! Вот черт, стены разваливаются! Он пулю свалил! Куда этот Кириленко подевался? Мы в 130 километрах от Техаса, но быстро приближаемся. Сержант, времени нет. Господа, состав, переданный вами, защитит нас от взрыва. За это я вам крайне благодарен. Счастливо. На самом деле, мы, конечно, могли заглянуть в оружейную. Да, но... Ну и хер с ней с пенсией. Все равно скукотища. Вы опоздали. Мы почти в эпицентре. Не думаю. Давай. Что? Что вы делаете? Назад, ребята! Эй, шоу начинается. Пошел, пошел!
When the moon goes down in the valley of time, talking about time. When the sun, yes, the sun. Мы в Техасе! Добрый, родной, мать вашу! Ладно, ладно. Все равно рано или поздно в гости бы заехал. А, что теперь будем делать? Сержант, чего молчите? Ха-ха. Лучше спросим Марлоу. Благодаря ему я теперь официально на пенсии. Отличная работа, Марлоу. Да ладно, черт, Суэйтс, а ты как? Не знаю, было круто, конечно. Но все равно, спецназ не по мне. Короче, возвращение нужно конкретно отметить. Есть тут одно заведенице и девчонка, Шанталь зовут. Такой вытворяет. Взвод, равняй смирно. Господа! Сэр! Больно! Примите искреннюю благодарность от правительства США. Теперь... прошу извинить за плохую новость, но вы отправляетесь со мной. Для чего, сэр? Русские. Вторжение. Сэр, вторжения не будет. Мы только что взорвали их ебаную пушку к чертям собачьим. ПС! Отбой вторжения, сэр! Не здесь. Они вторглись через Аляску. Аляску? Порой бывает хреново, когда оказываешься прав.